жаркой Кении, иллюзионисты из Сирии и бесстрашный канатоходец из Эквадора. Артисты из разных уголков земного шара создают уникальное цирковое шоу, сочетающее в себе современные технологии и экстремальные номера мирового уровня. Мы привезли интернациональную программу, 14 стран-участников. Это со всех стран ребята собраны профессионалы, работают без страховки. Самое главное, наша эксклюзивность нашей программы, это мы работаем без животных. Единственный в России цирк, который работает под ассоциацией Greenpeace. Несмотря на это, здесь есть на что посмотреть даже самому избалованному зрителю. Смелый эквилибрист, единственный в России человек-пластилин, воздушный гимнаст на кольцах, ну и, конечно же, веселый клоун, который сумеет развеселить и взрослых, и детей. Захватывающее шоу подкреплено иллюминацией, световыми и звуковыми эффектами. Как тут не заглянуть в чудо-шатер? Посадочных мест у нас 1200 посадочных мест. Мы предоставляем европейский зал посадки, у нас евростандарт категории А, новые технологии полностью в нашем центре. Артисты радуют зрителей современными номерами. По канату не ходят, а ездят на велосипеде. И если уж акробатические трюки, то такие, что зрители находятся в напряжении до последней секунды. У нас в номере есть пирамиды, мы строим и делаем их очень быстро, около 10 опасных пирамид за 2 минуты. У нас есть много трюков, на скакалке мы прыгаем, есть номер с огнем, но надо посмотреть, чтобы понять. Так объяснить трудно. Гость программы – аттракцион на грани экстрима. Колумбийские артисты выполняют трюки в шаре смерти. Зрелище поистине захватывает дух и вызывает мурашки. Тем более, когда чудеса и зды демонстрирует единственная в мире девушка-мотокаскадер. Это, безусловно, это ежедневный риск, риск жизнями. Очень многие заблуждаются, что это какой-то процесс очень легкий, что можно заехать и сразу научиться все делать. Нет, на это надо очень много времени для того, чтобы отрепетировать. Очень много дисциплины, потому что каждое представление нас отделяет от смерти малейшее расстояние. Больше всего мотоциклисты понравились, вообще молодцы. Прям такие эмоции переполняют. Мне понравился мотоцикл. Все понравилось, вот вообще. Внуку сильно понравилось, но последнее, конечно, это несравнимо. Особенно девушка, это что-то вообще. Красота. Спасибо большое. Мне вообще понравилось все представление. Я хочу, чтобы другие цирки приезжали почаще в Тюмень. Мне понравилось очень то, что в шаре выступали мотоциклисты. Я вообще очень за них волновался, потому что это вообще очень рискованно. Могла произойти авария. Такое зрелище стоит хотя бы один раз увидеть. И, возможно, вы еще вернетесь в волшебный шатер.